Всем привет. Приехал вот посмотреть уточек. Вон там у моста уже видел уток, но там нельзя, это близко к городу. Тут вроде уже тут метров 500 есть. Вот пойду сейчас посмотрю. Плавают утки, нет? Одна есть. Прям под ногами сидела, зараза, и не всплывала. Так, одна есть. Успеть достать ее сейчас надо. Что это она тут одна делала? Сейчас пинку берем и достаем. Или причалит. Уже мелко. Одна сразу есть. Так, все, быстрее спиннинг. Пока на ней было. Ё-моё, ружье-то полетело. Так, главное успеть достать ее. Блин, только подошел сразу, а? Сидела-то одна. Сейчас в шуре стаи сидят. Так, поппер. Наш поппер. Наш поппер. Еще шевелится там. Еще шевелится к тому берегу сейчас. Прыгается. Ладно. Да, она уже не денется. Хреново. Дайте к берегу. Да ё-моё. Ветер. Песок был. Блин, ни хера не песок. Ни хрена не песок. Походу. Туда пойдет. Боюсь, не провалиться бы тут. Я не знаю, что тут такое-то. Блин. Достать-то без проблем было бы. Была бы она. Блин. Берег не подойти. Слишком далеко. Ладно, сейчас достанем. Куда не денется.
Да что такое, ветер сносит. Ветер сносит. Да что такое, а? Главное не провалиться где-нибудь. Да что ты маленечко прям. Прям маленько. Спиннинг поменял не тот. Плохой. Не надо было менять. Так ветер и сносит вправо. Кидаю влево. Вправо. О, тут мель. Мель. Там отцепим. Так, все, друзья, вот первый есть с полем. Сейчас в рюкзак уберу и включимся, пойдем дальше. Потому что мороз. Аккумуляторы садятся быстро. Так что сейчас включимся. Сейчас рюкзак уберу и... Сюда, к этому берегу, зараза, а? Ладно, посмотрим, куда она полетит. Раз она оттуда взлетит, возможно, там еще штук полетел. О, ё-моё, там не 6, там штук 30. Вон они, штук 30 стая пошла. Вон они крутятся, на камеру не видно. Блин, штук 30, а? Назад летят, не хотят там садиться. Назад. Вот так и знал, что надо на этот поворот вот так. А, не видит меня. Толку нет. Ай, блин. Стрельнешь.
Идет метров 100. Вот так вот. А вот так подошел бы, вышел бы прямо на них. Ладно, подойдем еще. Бывает, остаются, не все улетают. Ай-яй-яй-яй-яй. Так что утки-то полно, в принципе. Это я сильно нагло подошел. Просто я не ожидал их тут увидеть. И вышел нагло, что по прямой. Куда они делись-то? Они все улетели куда-то далеко. Бывает. Ничего страшного. Главное, видели уток. Плюс постреляли, добыли. Уже хорошо. Уж я так сверхнагло иду. Потому что я тут мимо проезжал. Тут навряд ли кто будет. Так, ладно. К машине. Вон там у деревни глянем. И в конце. Все. Что-то будет.